Вы мне эту роль предлагаете? А что? Разве не хочешь открыть библиотеку для всех желающих? Четвертый господин очень скоро выйдет. Использование книг в обмен на жизнь стало фактом. Если я стану главой семьи Сюань, могу пообещать, что сумею открыть для тебя библиотеку в любое время. Но не нужно сразу со мной соглашаться. Я дам тебе время подумать об этом. Второй господин, вы забыли. После того, как мой отец был отравлен, вы пришли выразить соболезнования. Хотели переманить меня на свою сторону. Теперь вы опять за свое? На этот раз я не только не соглашусь, еще хочу посоветовать вам немедленно покинуть Ханчжоу. Немедленно покинуть Ханчжоу? Скажи, Шэнь Биюнь, что это означает? Вам нужно, чтобы я подробно объяснила? Ладно, раз уж я так сильно тобой восхищаюсь, даю тебе шанс самой установить сцену. Несколько дней назад я кое-кого встретила в порту. И вряд ли вы сможете догадаться, кого. И кого же? Одного японца. Нишимуру Юта. Если бы ты сказала, что наткнулась на привидение, мне было бы более интересно. Это было в утро отъезда Уши и Минъюэ. Теперь вам интересно, да? Ты права. Мне стало немного любопытно. Ты нашла его труп? Вы так желаете его смерти? Простите, вынужден разочаровать. Он не был мертв, но был полностью залит кровью. Невозможно. Это невозможно! Нишимура сказал, что его спас знак его клана. Похоже, все это воля небес. Но зная тебя, мне в это трудно поверить. Если Нишимура и правда не умер, почему ты раньше не сказала? Могли бы мы сидеть тут и мирно пить чай? Шэнь Биюнь, ты меня за дурака держишь. Второй господин забыл, какая я? Книгу моей семьи, передаваемую из поколения в поколение, украла семья Сюань. А мою семью убили, но я простила. Мой приемный отец выпил вино, отравился и умер в доме Сюань. Хоть я и продолжаю расследовать, кто это сделал, в глубине души готова отпустить. Старший и второй господин наняли убийцу, чтобы убить меня, разве я не забыла? По-моему, любовь и ненависть — это всего лишь момент принятия решения. Второй господин, я пришла сегодня с госпожой, потому что хочу вас убедить. Если способны отпустить, просто отпустите. Не дайте страдать себе и другим. В конце концов, семья Сюань — это и ваша семья. Семья Сюань, моя семья? Да. В семье Сюань многое произошло, им нужно восстановиться и набраться сил. А еще меня беспокоит ваше будущее. Иначе я бы просто оставила эти слова при себе. Шэнь Биюнь, ты способна отпустить. А другие нет. А я верю, что второй господин наверняка может. Шэнь Биюнь, есть испытания, которые не каждый может вынести. Второй господин, я приготовлю машину. Хорошо. Второй господин, пожалуйста, подождите. Я не буду вмешиваться в то, что вы собираетесь делать. Я знаю, вы попытаетесь найти шанс отомстить господину. Разве господин не делает того же? Если я скажу ему сейчас, как вы поступили с Нишимурой, господин ни за что вам не спустит. Поэтому я и прошу вас как можно скорее покинуть Ханчжоу. Смеешь мне угрожать? Когда второй господин связался с Нишимурой, вы не только мне угрожали. Я забуду, а вот господин может и не забыть. Даже если вопрос Нишимуры откроется, что он может мне сделать? А если к этому добавить Эрлидзи? Я и правда использовал Эрлидзи, но я его не убивал. Господин никогда не поверит вашим словам. Вдобавок, Нишимура, думаете, останется у вас шанс выжить? Только уехав, вы сможете спасти свою жизнь. Если второй господин не согласится, я продолжу расследование гибели семьи Ли.
пока не найду того, кто за этим стоит. Почему второй господин так быстро ушел? И мы пойдем. Отец, мама, я пришла к вам в гости. В прошлый раз, когда я сожгла для вас двоих ту книгу, пообещала, что обязательно найду истинного виновника гибели семьи Ли. Заставлю его заплатить. Кто бы мог подумать, что теперь убийца Хэйтоулю уже мертв. И я подозреваю, что за Хэйтоулю стоял второй господин семьи Сюань. Но по некоторым причинам я не могу убедительно это подтвердить. Папа, мама, чувствую, что я запуталась. Должна ли я продолжить расследование и мстить? Или просто забыть об обиде и следовать своему сердцу, любить человека, которого люблю? Можете вы двое наставить меня? А еще Ван Чэньцзюнь зародил во мне мечту открыть библиотеку для всех людей. Госпожа, первый господин, первая госпожа, второй господин. Вы все, подходите. На колени. Слушаюсь, отец. Предки наши. С тех пор, как я возглавил эту семью, желал строго следовать правилам дома и вашим учениям. И чтобы мои потомки могли строго следовать правилам сыновней почтительности. Пусть наши предки будут спокойны. Пусть наши предки будут спокойны. Сяобо, разве отец не говорил, что правил больше не будет? Почему мы опять соблюдаем их? Молчи. Если есть что сказать, скажите громко перед нашими предками. Отец, они говорят, что ты не держишь слова. Второй братец, ты здесь один и все равно находишь, что сказать. Айнь верно сказала. Встаньте все. Слушаюсь, отец. Перед нашими предками я должен сказать правду. Книги не должны покидать библиотеку. Это учение предков. Его нельзя нарушать. Книги династии Сун были мной подделаны. Но без специалиста они не смогут это заметить. Я решил это сделать. Сегодня у Сяодзи Суд, ему вынесут вердикт. Отец, ты мудр. Отец, ты потрясающий. Хватит, все это благодаря Шэнь Биюнь. С сегодняшнего дня наказание Шэнь Биюнь прекращается. Шэнь Биюнь, поспеши поблагодарить господина. Спасибо, господин. Господин! Господин, что там? Дом второго господина пуст и заперт. Он уехал? Да. Это хорошо. Без него у семьи Сюань будет на проблему меньше. А вы все идите, зажгите палочки благовоний нашим предкам. Слушай. Госпожа. Есть новости о Сяодзи? Четвертая госпожа. Объявили приговор. И что? Да говори же. Они
приговорили четвертого господина к 15 годам. Отец! Господин! Четвертая госпожа. Шэнь Биюнь, что опять ты придумала? Думаю, ты только и добиваешься, что смерти четвертого брата. Говори же, разве ты не мастерица оправдываться? Почему теперь молчишь? О поддельных книгах не будем, но разве не из-за тебя арестовали четвертого господина? Не пора ли нам объяснить? Просто делайте, что хотите. Дохлая свинья и правда не боится кипятка. Хорошо, тогда скажу прямо. Пока четвертый брат не вернется в дом Сюань, ты будешь жить как служанка. Я принимаю. Еще бы ты возражала. Вы все идите. Слушаюсь. Биюнь, Аинь вот такая. Не принимай близко к сердцу. Пришли спросить о втором господине? Не думай лишнего, в тот день мы случайно на него наткнулись. Хотите спросить, почему он ушел, не попрощавшись, и что я ему сказала? Разочарую вас, я ничего ему не говорила. Ничего? Тогда почему он вдруг уехал из Ханчжоу? Вы так о нем беспокоитесь? Может, сплетни справедливы, и вы предали семью Сюань ради второго господина? Шэнь Биюнь, просто будь вечной служанкой. Первый поклон. Второй поклон. Третий поклон.
Пошли. Хозяин Ху. Хозяин Джан, вы... Японцы уже добрались до Шанхая. Моему делу приходит конец. Вот как. Мои дела тоже не слишком хороши. Мы возвращаемся в наш старый дом. Хорошо, удачной дороги. До свидания. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Надеюсь, увидимся. Не выхватывайте! Не выхватывайте! Всем достанется! Не деритесь! Не деритесь! Всем достанется! Не толкайтесь! Это тебе! Не деритесь! Всем хватит! Всем достанется! Давайте, давайте, не толкайтесь! Не толкайтесь! Четвертая невестка. Господин? Я слышал, что гоминдановская и коммунистическая армии... Что? Возможно, снова будут сражаться вместе. Возможно, все политзаключенные будут помилованы. Это здорово. Раньше даже посещать тюрьмы не разрешали. Я уже послал Адуна поспрашивать. Скоро у нас будут новости. Спасибо, господин. Спасибо? Достаточно. Прекрати опять заниматься этой рабской работой. Я пойду посмотрю, что случилось. Соседи, послушайте меня. Наша семья Сюань правда считается богатой семьей здесь, в Ханчжоу. Но из-за непрекращающейся войны на протяжении стольких лет наши дела тоже идут плохо. Попытайтесь понять. Пожалуйста, поймите все. Как только получите еду, пожалуйста, разойдитесь. Не толкайтесь. Эй, не толкайтесь. Расходитесь, расходитесь. Расходитесь. Каждому по одной. Не толкайтесь. По очереди. Дайте мне одну. Подойдите, получите. Возьми. Подойдите, возьмите. Не толкайтесь. Дайте мне одну. Почему автомобиль перекрыл дорогу? Братишка. Эй, брат. Пожалуйста, передвинь машину. Моему автомобилю не проехать. Господин, всем по одной. Вот, вот, и еще. Вот, тебе. Мне одну дайте. Спасибо. Вот, вот. Спасибо, хоть скажи. Ну что, муж? Спасибо. Не признаешь меня? Даньпин? Даньпин? Отец, я вернулась. Хорошо, что ты вернулась. Пойдем внутрь. У всех дела хорошо? Зачем ты вернулась? А почему я не могу вернуться? Это мой дом? Быстро уходи, иначе. Иначе что? А иначе... Ты съешь меня? Дорогая, это же моя жена. Вы двое закончили разговаривать? Теперь моя очередь. Четвертая невестка. Я слышал, ты не хотела, чтобы жена второго сына приехала сюда. Почему? Ты от нас что-то скрываешь? Господин, госпожа, вы, наверное, неправильно поняли. Никакое это недоразумение. Как бы то ни было, вторая невестка покинула семью Сюань, и наша семья стала более мирной. Может быть, причина в этом? Господин. Я не хотела, чтобы вторая невестка вернулась, потому что второй господин плохо относился к ней и унижал. Как бы то ни было, вторая невестка больше не может оставаться в семье Сюань. Иди. Господин, может, Шэнь Бэйюнь разжигает вражду? Она это делает? Или ты?
Второй господин ушел уже 10 лет назад, а ты злилась на нее все это время. Сяудзи скоро выйдет на свободу. Научись быть доброй к своей семье. Будь добрее, понимаешь? Биюнь, я ждала тебя. Оно и видно. Просто скажи, чего хочешь. Если желаешь, чтобы я ушла из семьи Сюань, не трать зря свои силы. Не боишься, что я расскажу господину и старшему господину все, что ты сделала? Что именно? Нужно было сказать 10 лет назад. У каждого долга есть должник. Но за последние 10 лет я выяснила все, что нужно. Эрли Цзи не убивал моего отца. В то время он не знал второго господина. Он не мог быть его сообщником. А еще Эрли Цзи не мог быть убит вторым господином. Именно ты вызываешь подозрения. Вы были заодно. 10 лет прошло. Оставь прошлое в прошлом. Что должно было измениться, изменилось. О чем ты? Второй господин снова обратил свое сердце ко мне. Он даже сказал, что будет любить меня всю жизнь. И, кстати, Биюнь, смотри, я же выгляжу превосходно. Это последняя шанхайская мода. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что весь мир изменился. Ты одна все та же. Одежда, внешность. Все то же самое. Все еще сомневаешься в других. 10 лет назад все в семье Сюань смотрели на меня свысока, кроме тебя. Но через 10 лет все в семье приняли меня. Только ты мне не доверяешь. Дин Даньпин, скажи причину, почему ты вернулась. Причину? Ты все-таки сомневаешься во мне. Я сомневаюсь. Потому что твои отношения с Эрли Цзи были непросты. Я хочу знать, что между вами произошло. Что произошло? Он был слугой. Что еще могло случиться между нами? В лучшем случае он меня пожалел. Безответная любовь. Правда хочешь знать, почему я вернулась? Видела нищих за нашей дверью. Как они оказались в Ханчжоу, так и я. Шанхай сейчас под ударом. Везде мертвецы. Такая слабая женщина, как я, не может там жить. Биюнь, мне просто некуда идти. Иначе я бы не вернулась. Поверь. Как бы то ни было, ты должна покинуть дом Сюань. Для меня здесь нет места? Если ты уйдешь, будет лучше для всех. Биюнь, я правда хочу остаться. Правда, ты должна уйти. Ладно, но можешь мне позволить найти способ выжить перед отъездом? Боюсь, у тебя больше нет времени. Господин и так тебя подозревает. Не волнуйся. Как только найду способ выживать, тут же уеду. Я не причиню тебе хлопот. Вторая невестка. Отец? Скажи, прошло 10 лет с твоего отъезда. Ты хорошо жила? Я как раз пришла поговорить об этом. После отъезда я многое пережила и претерпела много страданий. Я поняла, каким бы хорошим ни был мир, это не может сравниться с жизнью дома. Столкнулась с хаосом войны? Все так. Я вернулась из-за войны. А если бы не война? Вернулась бы? Почему 10 лет назад ты ушла из семьи Сюань, ничего не сказав? Почему? Отец, Шэнь Биюнь заставила меня покинуть дом Сюань. Почему тогда она заставила тебя уйти? Она волновалась, что мой брак со вторым господином не удался. Чем так, лучше просто расстаться на время. Вначале я тоже была против.
Но потом второй господин начал ненавидеть меня сильнее. Вот почему я оставила семью Сюань. Это неправда. Может быть, ты сделала что-то против семьи Сюань, а Шэнь Бэйюнь знала об этом? Ради общей пользы она была милосердна с тобой. Это не так, отец. Кроме проклятий и ударов второго господина, вторая причина – это вы, отец. Второй господин бил и ругал меня всякий раз, когда хотел, а вы не обращали на это внимания. Как я могла продолжать жить в семье Сюань? Встань. Давай уже, вставай. Я и правда был несправедлив по отношению к тебе. Ладно, хорошо, что ты вернулась. Я вижу, что Сяо Джун тоже опомнился и снова обратил свое сердце к тебе, я прав? Что же, хорошо, оставайся. Оставайся и помоги семье Сюань в делах, ладно? Спасибо, отец. Иди отдыхай, ступай. Мы не можем уехать. Господин. Отец, в газетах уже написали, что японцы использовали артиллерию своих кораблей для атаки на Шанхай. Учитывая, как развивается военная ситуация, мы следующие. И все равно мы не можем уехать. Семья Сюань живет в Ханчжоу уже сотни лет. Сколько битв мы пережили? Разве библиотека не стоит на месте? Отец, на этот раз все по-другому. Идут японцы. И что, стоит ли их бояться? Отец! О нет, только что получили еще новости. Самолеты государственной армии сейчас сражаются с японскими военно-воздушными силами в аэропорту Дзянцяо. Японская армия заняла Пекин в прошлом месяце. Менее чем через месяц сколько мест в Китае они заняли. Если не уедем сейчас, будет поздно. Мы не можем. Господин, вы не боитесь? Как говорится, у людей есть ноги, мы уйти можем. А как же библиотека? Есть у нее ноги? Отец, пока мы живы, дрова всегда найдутся, чтобы сжечь. Что сжечь? Господин, библиотека важна, но в сравнении с человеческими жизнями... Слушайте, покуда библиотека здесь, я тоже останусь. Отец, куда ни пойди, ты будешь здесь. Дадим библиотеке ноги, чтобы отправилась с нами. Имею в виду, библиотеку нам не сдвинуть, но книги-то мы можем переместить. Верно? Перевезем, чтобы японцы не нашли. Разве это не все равно, что дать библиотеке ноги? Но это не одна или две коробки, нужна целая повозка. Тогда давайте поместим их в сотню ящиков и наймем лодку, чтобы перевести их по реке. Разве будет сложно нашей семье Сюань найти другое место для проживания? Это вполне разумно. Книжный павильон — кость, а книги — его плоть. Как можно отделить плоть от кости? Господин, у нас нет другого выбора. Что, если японцы будут стрелять из пушек, и сюда просто влетит снаряд? Вот тогда на самом деле все будет кончено. У некоторых оптимизм напрочь отсутствует. Хорошо, я ничего не говорила. Отец, то, что сказала Аинь, очень разумно. Мы должны подготовиться к любым возможностям. А что об учении предков? Забыли? Не разлучаться с книгами. И что? Отец, какое время на дворе, а ты по-прежнему принимаешь старые учения. К тому же наши предки никогда не встречали японцев. Правила мертвы, а люди живы. Если мы уйдем, сможем сохранить жизнь и даже книги. Если не уйдем, очень трудно это сказать. Подумай об этом еще раз. Разве Нанкин не наша столица? Столицу уже бомбили японцы. Думаешь, японцы нас пощадят? Шэнь Бэйюнь, позови вторую невестку. Будем решать этот вопрос сегодня. Слушаюсь, госпожа. Отец. Адун. Четвертая госпожа. Постой. Есть что-то о четвертом господине? Да. Что? Новости плохие? Не плохие, просто... Так что? Говори же скорее. Четвертая госпожа. В тюрьме сказали, что четвертый господин уже был освобожден более года назад. Что? Выпущен больше года назад? Как такое возможно? Разве он не был в тюрьме несколько месяцев назад? Так и было, но сейчас все по-другому. Я настоял на том, чтобы лично увидеть четвертого господина. И я дал им немного денег, чтобы они наконец признались и сказали мне правду. На свободе уже больше года. Где же он тогда? Не знаю. Четвертая госпожа.
Биюнь. Все согласились. Отец тоже согласился перевести собрание книг. Неужели библиотечного павильона больше не будет? Не станет книг, не станет семьи Сюань. Так что, неважно, уйду я или нет. Я говорила, что господин начал в тебе сомневаться. Он уже сказал мне оставаться. Что до четвертого брата, я верю, что небеса помогают достойным. Все думают, что четвертого брата могло тайно казнить правительство. Все требовали, чтобы отец дал тебе отравленное вино. На этот раз тебе нужна помощь, понимаешь? В одиночку как ты пойдешь против них? Я никогда не собиралась ни с кем сражаться. Ты не собиралась, а они? Сейчас они обсуждают, как заманить тебя в ловушку. Почему ты сидишь, как ни в чем не бывало? Биюнь, скорее беги. Я уже говорила. Даже если умру, развею свой прах перед книжным павильоном и буду с ним вечно. И надо тебе такое. Это моя судьба. Я готова так поступить. Сначала я думала, что ты самый умный человек в этом мире. Кто бы мог подумать, что ты глупее меня? В тысячу раз. В десятки тысяч. Биюнь, скорее уходи, я не позволю им причинить тебе вред. Послушай меня. Зачем? Даже если сохранишь свою жизнь, библиотека все равно переедет. Книги нельзя перевозить. Если их увезти, семья Сюань не защитит ни одной. Биюнь, надо переубедить господина. Биюнь! Отец, мы не должны откладывать вопрос Шэнь Биюнь. Позвольте дать ей отравленное вино. Правильно, отец. Просто уже согласись. Господин, с тех пор, как Шэнь Биюнь вышла замуж в семью Сюань, у нас не было мирных дней. Из-за нее мы даже не знаем, где сейчас четвертый господин. Пока она жива, от нее только беды. Отец, она совершила злодеяние против нашей семьи. Их так много, что уже трудно записать на свитки. Правильно, отец. Подумайте о своем внуке, Цзиньдоу. Если бы не Шэнь Биюнь, ему бы было больше 10. В любом случае, если спросишь меня, отец, четвертого братца уже нет. Вместо того, чтобы позволить ей жить несколько лет вдовой, почему бы просто не дать ей быстрый конец? Может, она будет вам благодарна, что позволили ей сохранить хорошую репутацию? Отец! Идите. Позовите ее сюда. Биюнь. Правда, упустишь шанс сбежать отсюда? Господин не так смущен, как вы думаете. Что ж, поживем, увидим. Господин. Отец, Шэнь Биюнь пришла. Отец, я пришла выпить отравленное вино. Собираешься сама его выпить? Я сказал всем прийти сюда, чтобы обсудить важные дела. Дайте ей стул. Отец, она причина смерти брата. Хватит уже. Только люди со злыми намерениями пожелают смерти Сяо Цзи. Просто потому, что новостей нет, Сяо Цзи уже мертвы, это нелепость. Четвертая невестка, садись. Да, господин. И вы все тоже. Спасибо, отец. Поскольку вы все здесь, давайте перейдем к серьезным вопросам. С текущим положением, семья Сюань правда должна переехать. Вопрос переезда — вопрос денег. Вы все знаете, что дела семьи Сюань последние 10 лет шли все хуже и хуже. Убытки катастрофические, особенно с этой мельницей. Это просто бесконечная бездна. Сколько капитала мы потратили на нее? Вот и скажите, что нам делать? Отец, семья Сюань не может жить так, что доход ниже наших расходов, верно? Именно. Если бы не наша
Репутация. Магазины и мельницу надо было давно закрыть. Так что говорите, что нам делать? Выскажите свои мысли. Надо ехать, даже если денег нет. Мы разве это обсуждаем, ехать или нет? Сначала скажите, кто против переезда. Господин. Я против. Почему? Вывести книги из библиотеки легко, но вернуть сложно. Нам придется пересечь горы и реки. Путешествие будет трудным. А столько дорогих книг, сколько бандитов они привлекут. Даже если нам повезет и их не украдут, скитания с места на место утомят людей. И меня беспокоит судьба книг в этот момент. Шэнь Биюнь, что ты имеешь в виду? Шэнь Биюнь имеет в виду, что у нас не хватит сил ухаживать за книгами. Мы продадим их, выбросим или передадим другим по дороге. Я прав, Шэнь Биюнь? И какую хорошую идею ты придумала? Позволь сказать, книги сделаны из бумаги. Люди из плоти, пушки из металла, так что мы просто будем сидеть и ждать смерти? Господин, Шэнь Биюнь сказала только за себя. Вторая невестка. Возвращаясь сюда, я и правда много страдала. Так ты тоже против переезда? Я имею в виду, что видела много человеческих трагедий. И все связаны с японцами. Вот почему я считаю, что семье лучше переехать. Хорошо, решено, переезжаем. Поскольку мы уже определились с этим, всем нужно постараться и работать вместе. Помочь семье Сюань пройти это нелегкое испытание. Скажите, сколько выделит каждый дом? Отец, у нас сейчас не так много сбережений. В прошлом я заложила много своих украшений. Я буду слушать отца во всем. Но у меня, правда, всего 8-10 юаней. Тогда из того, что ты говоришь, наш дом может даже внести от 80 до 100 юаней. Господин, у меня немного сбережений, но я готова внести их все. Отец, я привезла около 30 тысяч юаней. Могу их отдать. Ты пошутила? Моя маленькая проказница, где ты взяла столько денег? Естественно, заработала. За те годы, что жила без тебя, я больше ничему не научилась, кроме как зарабатывать деньги. Моя женушка. Как же я в тебе ошибался. Ты еще много чего обо мне не знаешь. Расскажи, как ты заработала состояние? Не скажу. Ты скажешь или нет? Скажи. Хорошо, скажу. Заработала на фьючерсах. Фьючерсах? Ты? Хватит меня дурачить. Кто там? Второй господин, вторая госпожа, четвертая госпожа пришла. Не впускай ее. Муж. Впусти ее. Слушай. Зачем ты ее впустила? Биюнь. Пришла. Второй господин как раз уходит. Да, я пойду. Я пришла задать вопрос. Ты искренне помогаешь семье Сюань или у тебя есть мотив? Сестра, разве мы не говорили об этом в тот день, когда я вернулась? Люди меняются. Более того, разве ты сама не поборола ненависть и не влюбилась в Сяо Цзы? Это не то же самое. Я не в обиде на семью Сюань, так зачем мне так поступать? Биюнь, что мне сделать, чтобы ты мне поверила? Потрать все свои деньги. Потратить? Да, я не хочу, чтобы ты достигла цели, используя их. Да какая у меня может быть цель? Если бы семье Сюань не нужны были деньги, я бы никогда не забрала свои личные сбережения. Я же тоже часть семьи Сюань. Хватит, не делай из меня дурочку. Ты признаешься, что 12 лет назад убила моего приемного отца в доме Сюань?
Смотри на меня. Шэнь Би Юнь, что мне сделать, чтобы ты мне поверила?